Сегодня 7 ноября. Это вот я вышел из дома. И тут интересно, как буря, такая работа. Интересная машина. Вот никогда не видал раньше такую. Ну, Алтайпром. А то говорят, власти никакой нету. А как же есть? Добрый день! Человек впереди стоит, не в кабине. Вот такая машина. Никогда раньше не видал. Ой-ой-ой. На маленьких гусеницах. Надо руководить вот так. А это наша колонка рядом. Вот он человек. Вот она, видишь, платформа. Вот на такой у нас привозили. Ну, может, не такой. Бульдозер потеряем. А это вот сосед. У него пошел за хлебом, а хозяйка дома приходит, она уже зарезанная лежит. Ну, поймали тут наркоманы. Говорят. Видишь, как ставят. Начинает опускать. Труженики. Вот смотри, сколько. Три опускают. А это четвертый человек. И они как-то под асфальтом или как трубу прокладывают. Не разбивают асфальт. Это очень много значит. Я так подробно снимаю, никогда не видел. Да может кто-то еще не видел, не знает. Вот они опустили. И вот там мужики стоят. Она уперлась прямо на брус. Видимо, так и должно быть. Она занимается своим делом. У них все распределено, кто чем занимается. Вот сколько разных приборов. Рукавички надеваем. Холодно, вот видишь что-то? Холодно. Посмотрим, как они еще тут будут делать. Хватит, это у меня тут батареек. А то не работает. Сегодня у нас тут четверг. Видишь как? Все обдумано у них. Веревочки везде протянуты. Видишь, стремянку вешают там. Полез по ней, все. Это, видимо, самое ценное будет. Я только не знаю, под землей, если будет большой камень, как они вам ходить будет или как. Дерево это нужно, наверное, порвать.
Вот они уже привезли круги какие. Ну, сколько тут сантиметров, наверное, 12 есть. Я даже могу замерить. Ну да, 11 сантиметров примерно. Ну, а какой мне надо наворачивать. Не боюсь, что руки захватит. Каждый на своем месте знает, что делать. Посмотрим, как остальные будут делать. Это специалист знает только, какая машина интересная. Приземистая. Видимо, какие это трубы заготовленные. Представьте, вот асфальт надо бы долбить. А они под ним пройдут. А бывает асфальт вот там много метров. Метров 30. Трубу протянуть туда. С чем эти трубы? Тут, видите, как один, как шланг идет. Видимо, сращивают как-то. 40 там метров больше. Да, по-моему, больше здесь. Это уже приехало их здесь сколько? Две машины и платформа. Да. Та просто легковая, там экскаватор подошел, вот он стоит, вот он экскаватор, как экскаватор, ну, похоже очень даже. Прямо напротив нас, мне это очень интересно, вон наша елка, видать, дверь. Сейчас 9, 10 час, наверное, утра. Здесь высокопрочная стали, видать, этот бур. Он проходит, а там за ним, наверное, тогда идет больше. И точно по размеру, я так представляю, что за собой труба это тянет и этот шланг. Ну, раз он скручивается, значит, он не твердый, а мягкий или полумягкий. Видишь, как свернутый. Большими какими-то связками. И то придумали, власти нету. Везде все Путин, Путин виноват. Нормально работать, молиться Богу, и никто не будет виноват, а только сам. Одеты мужики плотно. Видно, что мороз. Через два дня ночью будет 10 градусов мороза. Затянувшаяся осень. Ноябрь месяц. Мы, считай, ноябрьские праздники справлялись. И да, снег был. А сейчас нету снежинки даже. Нету. Вот так. Вот это первое счастье показал. Дальше буду снимать, где будут делать что-то.